31, нет, не декабря, а всего лишь октября, выпал первый снег. Посмотрите, какие красивые сосны пушистые. Некоторые даже под тяжестью снега наклонились. Дует легкий ветерок, покачивает их. Думаю, самое время отправиться в лес за белыми грибами. Конечно, глупо идти в лес в такой снег. Я думаю, ничего мы там не найдем. Правда, одну глупость я уже сегодня совершил. Поехал в лес на летней резине. Поэтому советую поменять всем колеса. А я немножко понаслаждаюсь зимними видами. И отправлюсь домой пить чай с чабрецом, когда-то собранным в этом месте.